Итак, сегодня на рыбалку. На пруд Воскресенцы. Пруд находится на речке Барда. 20 километров. Не был я там очень долго. Несколько лет. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Ну а сейчас метров 300 до пруда. Ну вот так выглядит пруд. Но это еще не весь. Там сзади, вправо, еще столько же. Если не больше. Так что еще эти полкилометра. К следующему повороту подошли. Хотя этот поворот еще не последний. Пруд вверху еще на полкилометра это точно простирается. Поклевал вот. Двух штучек поймал. Ну второй вот. Первый, то есть он потолще немножко вот этот. Ну, поклевывает опять громко сказано. За час с лишним, но я пока еще прощупываю место. Сложно сказать, где и чего. И как клюет вообще сегодня окунь. У меня окунь есть плотва, вроде как поклевочка. Не поклевочка, а косновение вроде как было. Ну, он вроде осторожничает, потому что и первый взял. Сначала прикоснулся, потом уж через некоторое время только взял. Впечатление-то, что он не хочет особо отоклевать. Время первый час. Маленький перекус. Погода хорошая. Солнце почти изредка проглядывает. Плюсовая температура. Все окей. Остается только дождаться клева. Еще часа 3-4. До 5 можно рыбать. После 5 здесь не клюет. Или клюет, но очень редко. Попался. Не крупенной. Ладно. Хоть такие поклевывают. И то хлеб. Мормышка так-то крупновато, конечно. Но это с тем расчетом, что чтобы крупный окунь тоже не отказывался. И на такую мормышку еще может и щучка клюнуть. Травы очень надо. Вот уже трава зацепилась. Пошел поближе к плотине. Уровень немножко снизился. Из-за этого как-то сменились все эти места. Травой заросло. Невозможно опустить. Невозможно опустить мормышку. Все видно. Заросло. А здесь не рыбачат. Никто толком. Подобросили, а окунь здесь довольно-таки неплохой. И щуков есть, конечно, но я не щукарь. Не знаю, порыбачу, не порыбачу еще. Прикорм не взял, так бы можно было попробовать
Флоту. Там одно место есть такое. Я обычно почти всегда поклевываю. Не уверен, да у меня мормышки великоваты на плоту. Откусили малиночку два раза. Похоже, плотва. Мормышка-то у меня, конечно, большевата. И тем более цепляюсь хвостиком, я же цепляюсь на окуня. Ну, где-то в этом горизонте. Посмотрим. Может, пугушечка два раза. Или окунек все-таки. Какой-то хитрый. Погода что-то задурила. Рыба не клюет, но это вот весь мой сегодняшний улов, 4 штучки. Ну, самый большой до 100 граммов не дотягивает. Вот какая погода. Да, скорее всего, больше в этом сезоне не поеду. Заросло травой слишком все. Ну, надо чуть позже, когда не будет снега на льду. Ну, не стоит это. А сейчас домой.